Боевиков ИГИЛ вышвырнули из центра Сирта, города в Ливии, который они объявили одной из своих столиц. Наступление на захваченный город началось еще в мае, но только сейчас ливийцам удалось одержать верх. Решающую роль в битве за Сирт сыграла помощь со стороны ООН. Без участия организации у разрозненных формирований практически не было никаких шансов. У ливийских отрядов нет единого командования. Из-за политического кризиса в стране армия подчиняется одним властям, авиация другим, а отряды ополченцев воюют сами по себе. Кстати, именно добровольцы первыми вошли в центр Сирта, выбив оттуда террористов. Нам приходится очень тяжело. У боевиков ИГИЛ много боеприпасов и хорошее вооружение. Но они струсили, поняли, что все равно проиграют, поэтому начали отступать. Уже скоро мы зачистим от них весь этот район. Сейчас игиловцы остались только на окраинах, и шанса вернуться на прежние позиции у них нет. Сирт был захвачен боевиками ИГИЛ в феврале прошлого года. Этот город на севере Ливии сравнительно небольшой, там сейчас живут 50 тысяч человек. Но для страны он имеет важное значение. Здесь родился и погиб ливийский лидер Муаммар Каддафи.